Все проблемы индивидуальны. Ну что, давайте пройдем торжество лжи. Чистый вымысел. Уже ясно, кто будет на четвертом уровне, да? Хотару-сан. Обновлено. Наносимый бонус атаками союзников урон суммируется. Как только общий урон достигает сотки, все противники получают фиксированное количество урона. Герта, химика. Уже где-то четвертое или пятое. Или пятый чистый вымысел. Проходится на ура. Да? Джел поменял. Статус нелепость больше не требует накопления нанесенного бонуса атаками урона. Вместо этого он срабатывает после каждых трех выполненных бонус атак. Наносимый этим статусом урон также повышается на 60. Но это вот если какой-нибудь недамажащего бонус атакера брать, например, какую-нибудь кавку, да? Активация эффект нелепость восстанавливает энергию всех союзников, равную 35 от макс энергии. Энергия, восстанавливанная с помощью этого эффекта, может превышать макс энергию союзника. Ну это... Ну, кстати, рацию плюс топаз, возможно, в сингл таргет, потому что... Хотя они урон-то хороший вносят. Не знаю, честно говоря, для чего этот баф. Ну, восстановление энергии. Чтобы они чаще ультили, а чем чаще они улетят, тем чаще у них еще вылетают бонуски и так далее, и так далее. Первый, да, выглядит очень сильно в целом. Три атаки всего лишь, кайф. Помимо бонуса атак, другие виды наносимого союзниками урона также повышают прогресс на 18% от изначального урона. А, ну вот это под дотеров. Ха. Прогресс вот этого вот урона получается от чего угодно. То есть от ульты, от дотов, от любого дамага. Ага, ну жестко, да, вот это вот под кавчику скорее. Так, ну давайте смотреть, я думаю, слушайте. Ой, вот это вот я прям вижу, я прям просто сразу же ставлю приведение к абсурду. Добавляю сюда себя, тебя. Что там еще, кто там? Все в ветреной уязвимости, да? Ну, кстати, блин, ну Клара не очень хороша в вымысле, к сожалению, да? Ну, не всегда. Не всегда, иногда справляется. В прошлый раз справлялась, да? Здесь что-то крио нет, ничего. Физушка. А вот сюда возьму и бахну Клару. И все без хилеров, скорее всего, пойдем. Тебя, тебя. Угу. И еще какого-нибудь... По разничку, ну да, да. Так, сейчас и я пытаюсь понять. Сюда обязательно тебя. А сюда добавить. А, кого? Может просто тебя взять? Можно пел какую-нибудь для снижения защиты. Кстати, они же добавили кнопку, кем проходили друзья, да? Или не добавили еще? Где это? А, это в 2-2 будет, еще не добавили. Без хилеров, я думаю, пойдем, да? И может какого-нибудь этого вот тебя взять? Внезапный мнимый урон. Вот здесь под бафом еще не решился, да? Ну, допустим, вот это, наверное. Носимый этим статусом урон повышается. Где Тиньюнь под Клару? Да кто такая Тиньюнь? Я что-то заболел. Покрутить немножко. Паца апгрейду. Не туда. Мистер Сива... Рога. Статуя помешала. Тупо статуя рацию помешала. Хурурин. Ешечку, пожалуйста. Боньк. Блин, Курурин не смогла прожать. Кварочку бейте. Оп, 100%. Боньк. Оп, еще один. Вылез. Квар, нажми Ешку. Нет, мне Ешка нужна была. Глупая Квара. То есть лучшая девочка. Вертолета. Давай в свинью.
Блин, на самом деле, люту, конечно, так вот просто так кидать. Найт Норман Пони, доброе утро. Кого еще пропустил, всем доброе утро. Они еще могут менять прикус, что в свою очередь тоже приносит проблемы. А, ну да, кстати. Наверное. Об этом не подумал. Привет, так что Хейдеса 2 не будет сегодня? Я не разработчик, я не могу выпустить игру, я не знаю. Может быть будет, может быть не будет. Но это явно будет вечером, потому что все игры выходят по американскому утреннему времени. Что означает, что выходят они у нас вечером. Так что если и будет, то ждем часов 8-9, а я в это время уже, скорее всего, стрим закончу. Так что, может быть, завтра утром, если выйдет. Если не выйдет, то завтра утром Ravens Watch что стрим. Бережку. Так, а ну-ка кидай куда-нибудь, давай. Молодец. Как-то кварочка-то помирает. 40 тысяч, кстати, заработал. Во, да, бейте не квару, пожалуйста. И уже больно, она сейчас, скорее всего, помрет от ульты этого. Я, конечно, снижу урон, но и повышу шанс, что ее атакуют, да? Увы. Сколько ходов осталось? Один. Ну, сейчас повезло, что не Клару ударили, на самом деле. Че ты не ешь, кай ты жмешь, но у тебя очков навыков миллион. Ну, кстати, Клара справилась, кайф. Че, защиту снизить белой? Да не, лучше кавкой доты навесим сразу же. Хай. Кстати, здесь, может быть, и помрем. Ну, тут чисто под урон такое заточено, но... Хватит ли урона, чтобы не успеть, чтобы не умереть? Что там-то хотя бы... Кварочка танчила. Да. Здесь... Как бы, ну... Хз. Хз. Тум-тум. Особенно против вот этих магов физушных с гигантской скоростью. Но сейчас их это хорошо так пробивает, да? Налево надо было. Вот если бы она правильно ударила, этот бы сейчас не продамажил, да? А здесь можно было бы очки навыков не тратить, базовую тычку сделать. А херон тут лютая имба, заходишь с навыка, каждая волна пробивается. Окей. Возможно. А херон, в принципе, имба лютая, поэтому... Я бы сомневался. Блин, ну вот зачем вот этого было бить? Не могла базовую тычку, что ли, сделать? Че энергию заберет? А, ну, наоборот, выдал ее. Да, здесь, скорее всего, помрем к третьей волне. Конечно. Здесь даже это во второй выносят, а эти вообще всю энергию забрали. Ну что, у них ветреная уязвимость тоже нету. Проблема. А сейчас она налево ударила, чтобы оставить, видимо, энергию. Прощай. Ну все, без лебедя здесь. Ничего не сделать особо. Так, 60 тысяч забрать и пойти дальше. Че ты ее так зафокусили вообще, жесть? Сам поживой. Пела живая. Ну, повезло. Увы. Хорошо, что здесь не надо париться о том, что персы умрут, не умрут. Берешь просто дедэшеров. Найс. Я сказал Херон, да? Члебедя. Как всегда. Всегда их путаю. Ну, две мадамы, они не разлучны.
Так. Хейтер лебедя. Еп. Вот тут что-то мне совсем не нравится. Но здесь однозначно Герта это. Вот эти двое, да? В принципе, можно Пелу добавить. Так, может, и Ахерон реально. И чё, без хиллера? Ну, без хиллера сложновато, наверное, будет против обезьяны-то еще. Попас. Ну, огненные уязы, да. Вполне себе попас, кстати. Чё, тогда сюда тебя взять, что ли? А, тебя, это я про Фусю. Чтобы танк плюс криты были. Все запомнят. Чтобы просто дотерами выйти. Имя. Против самые щиты хорошо работают. Ну, сейчас я Материна выберу, наверное. Инфра, спасибо. Спасибо большое. За второй тир, 15 месяц. Наслаждайся смайликом. Спасибо, что поддерживаешь уже. Так долго, 15 месяцев жестко. Есть же март. Ну, кстати, бонуски, да. Может быть, реально март взять, чтобы она это отбивалась. Щиточки вешала. Очень неплохая мысль, на самом деле, если так подумать. Блин, а здесь такое чувство, как будто все-таки не дотерами, а реально Ахерон просто тоже взять. Типа так. Тут и Фуся отлично зайдет. Вот это, наверное, да, надо брать. Этот бессмысленный, если я бонусов не возьму. Бери Ахерон к дотерам. Я сейчас, может быть, кавку еще возьму, да, дополнительно. Я, скорее всего, возьму кавку. Единственное, я что хочу. Я хочу сделать так, так. Электричество еще больше, мнимость. Бонуски. Есть, короче, вот этот парень. В ОУЕшке. Замедляет всех, мнимый работает, дебафчик вешает. А? Как вам такое? Может, вообще без хиллера идти? Может, это на скиллухе состейн Вельтыча? Ему нужно скорости 160 и восстанову в какой-нибудь веревке, чтобы состейном быть. Не, нафиг. Блин, может быть, я реально Вельта возьму. Просто потому, что уязвимость хорошая. И я еще очень хотел вот это вот сделать. Вот этот мув. Фигня идея, убираю Вельта. Nope. Боже, как много этих фиолетовых. Кто еще вымесил силом ходит? Ну, кто-то ходит. Я, например. Все, мне нравятся вот эти пачки. Кайф. Поехали. Может быть, вот здесь надо было по-другому расположить Март и других персов, хз. Чем здесь открываться заморозкой, получается? Пойдет. Туруру, тутуруру. Че, выбить этого чела? Не, у Герта справится. Так, у меня уже никто особо ходить не будет, поэтому сделаем вот так вот для начала. Щиточечки. Куру-куру получается. А, да? Да, Мондо. Нужно было после свина, но... Ууу.
получилось тоже неплохо, кстати, в целом. Че, все, вторая волна? Офигенно. Кабу. Я свин, конечно, помер. Ну, бонуски пошли. Марточка, Марточка. Здорово, Антивенис. Ну, пока простенько идет. Тройку прошли на автобой с первого раза. Здесь сейчас что-то подсобрали бонус-атаковое. Нечто бонус-атаковое, назовем это так. Бань. Спасибо тебе за подарок. Ты же подарил, да? Этот. В телеге смог написать постецкий. Тим-тим-тим-тим-тим-тим-тим. Пора бы щиточки выдавать, а то что-то Герт помирает. В принципе, циклов уже не очень много осталось, мы все еще на этой волне, да? Здесь чисто через бонус самого этого пытаемся проходить, естественно. Так, только базовая тычка есть, а бей сюда. Ага. Вот активировано. Эх, как же. Хочется тебя добить как-нибудь. Если пытался ульты восстановить. Угу. Свин уже ходит. Че, сколько? 20 тысяч, а надо же 30 набить, да? Ну, что-то один ход под 30-ку, ульты далеко все. Может, и не хватит уже еще. Враги все замерзли. Стопас норм будет с рацио. Рацио там во второй половине больше, как будто бы подходит под этот. По уязвимостям. Я туда вельта решил попробовать взять. Так, а эти что еще делают? Атакуют. Превращаются, нет? Химика нужна, конечно же. Тут лед, огонь, прям классика. Чисто химиковая классика. Блин, ну, походу, обезьяны уже не ударят из-за этой. Итого 25 тысяч всего лишь. Я думаю, эта пачка довольно хорошо идет. А в итоге, ну, такое, 27 тысяч. Ну, ладно, может, там Ахерон во второй сейчас вынесет все. Угу. Может быть, замедлять не надо было. Март бесполезная. Ну, химику бы вместо нее, да? Кстати, щитовик вообще не понадобился за счет того, что у нас много заморозок было по врагам. Они не особо-то били. Реально, Март, ну так, пару бонусок прописала и все. Очень ничего особо не делала. Так, давай-ка сама определяй, куда бить мне или не думать. Ну, там, на самом деле, думать-то не надо, все в один таргет, да? Дотики, дотики, дотики. И через нее и прошел на пару с Кларой. Жит Клару в первую половину брал, там враги как будто не особо часто атакуют, да? Казалось, по крайней мере. Блин, ну вельт, конечно. Добивать ли? Наверное, надо. Ну, за Херон я имею в виду, потому что ход потратится. Что-то это не похоже на 60 тысяч пока что, если честно. Замедлять врагов под Фуси, когда у нее конус на... на этот. Что
на огонь. Эх, Вельд, как всегда, со своими замедлениями. Все только факапаешь. Стаки Ахерон не идут. Да, они очень быстро стакаются, потому что по фусе не бьет никто. Умрешь. Базиба. Эх, Вельд, Вельд, мы так хотели тебя взять по уязвимости. Тебя так давно не было в пачках. Увы. Две тычки и того... Он сейчас энергию заберет. Да, надо было ешку выдавать, видимо. Ну, сейчас еще без марточки попробуем первую половину. Вообще норм должно быть. Когда-нибудь следующая половина начнется, этот моб просто умрет, да? Зря урту отдал, ты не сохранил цикл, их нельзя никак сохранить. Да, в целом плюс-минус верно, да, согласен, соглашусь. Но тут и так 10 тысяч не набрать было, одна ульта бы ничего не решила. Одна ульта никак, убираем Март. Прости, Март, но ты пыталась. Убираем Вельта. Так, ну и чё? Ветерочек. Ну, бонуски нужны. Ну, может, кстати, и рацио. Просто под обезьяну... Ой, под обезьяну. Ну, Клара под обезьян как будто, ну, такое себе. Хотя здесь это физушная уязвимость, это есть. Вот эти чуваки могут побить чуть-чуть. Они все равно в заморозке стоять будут. Они не то чтобы очень сильно бить будут. На этих троих не хватит очков навыков никак. Клара может без очков навыков дамажить в целом. Пелу взять, защиту, да, защиту снижать. Но я думаю, может быть, Пелу вот в эту сторону. Пела быстрая, классная. У нее скорость 37, ну ладно, не такая уж и быстрая. У нее вообще ботинки на скорость, да. Да, у брони как бы нет уязвимости по факту. Может, волка? Не, ну... Пела получше, как будто бы. И лебедя. Куда? Сюда? Вместо Кафки, что ли? Ну, кстати, без члебедя идти вообще один из лучших персонажей в этот. Что, вместо Кафки? Просто потому, что похер на уязы. Ну, кстати, может быть. Может быть. Здесь мы все-таки корочку оставим, а здесь вот так реально сделаем. Да, лебедь слишком в разы лучше, чем Кафка в этом вымысле. Паца апгрейда. Ну это должно справиться, по идее. Была бы, конечно, еще химиком. Ну, если мы от обезьян не помрем, но она, в принципе, бьет кварочку. Абу. Давай, Кабу. Ну что, его мелочь начали перебить все-таки. Утецкий. Утецкий, ну, пожалуйста. Утецкий. Курурин. Даймондо. Куруру. Свин.
5 очков навыков. На ульту потратил. Может быть, если бы Ешку нажал, убил бы я, и ульта этого прилетела бы в этих мобов. Ну ладно. Зачем Клара, если мобы не бьют? Чтобы была, потому что Кларочка лучшая девочка. Что за вопрос вообще? Я не понимаю, ребят, вы как первый раз пришли на стрим вообще? И первый раз в Ханка играете? Странные, конечно, такие. Ну вот, смотри, видишь, бьют. А я даже ульту не нажал, потому что думал, что враги ходят через миллион лет. Вот ты меня забайтил, короче. Забайтил на говно, так сказать. Бывает такое. Увы. Не успел нажать. Чем вообще пробивать уязвимость, когда половина бонус атак срабатывает атак противников по тебе? Убийцы стоят и не бьют. Менять Жоаньку на Март? Нет, Жоань просто очень сильная сама по себе и все. Нет, Март вряд ли. Так, убей, пожалуйста, вот просто. О, да, убили, и как раз еще сейчас этот прилетит во вторую половину с броней. Кайф. Кайф. У нас еще целых два хода есть. Давай, ладно. Кабу. Ты стример, кстати, можешь спокойно забрать Химику за 300 круток. Могу, а могу забрать Гепарда, в зависимости от того, что выпадет. Можно, кстати, сейчас десяточку крутануть. У меня Лего-то относительно близко уже. Там просто чуть-чуть поднакопилось за все это время. Нет, обезьян ускорился. Прощай, кто-то. Да нет, кстати, здесь враги не настолько мощные, видимо, да? А какой из обезьянов сейчас ходит? Во, давай перенаправим все три глаза на... Чё тарирую. Танкуй, Жванька, танкуй. Заодно ульту нажмешь. Блин, сейчас по Герте ударят. Ну ладно, давай, Герта. Тебе как раз, кстати, тоже неплохо. И ульту нажмешь. 30 тысяч есть уже, а до нуля ходов еще есть время. Кайф, Курурин. Даже не знаю, как убить броню, может, какая разница в целом. Ну и тебя убьем. Энергию под восстановление. Бунг-буньк, бунг-буньк, бунг-буньк. Кстати, волна почти закончилась, почти одну броню осталось убить. Все обезьяны полегли под натиском. Пришли его добить. Да тут в целом без разницы. Нажал бы Ешку за Клару, мне кажется, там все равно не хватило бы, не? Тенбоку хуха. Везет, просто везет, урон распределен равномерно. Да, урон хорошо разошелся в этот раз. Ну, блин, это не то, что прям везение. Я не могу сказать, что враги по нам сильно много били. Камон. Чтобы надо было урон распределять. Обезьяны под конец, да, пробили больно, а все остальные не особо. 56%. Ой, давай, может... Во! Отлично. Пойдет.
Положение, что надо просто вот сюда бить. Потом еще вот сюда бить. И он не добился этой штукой, да ладно тебе. Как? Так просто не хочется его ультой убивать, может доты этой добьют немножечко. Вот этой мадамы. Давай попробуем. Да, доты добили, найс. Без ульты, чтобы восстанавливать энергию. Давай, бей. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. 66. О, что это было? О, спасибо. Спасибо, телевизоры. Телевизору кун. Слушай, у меня такое чувство, что медленнее, чем с Кафкой идет почему-то. Намидами получается. И никак иначе. Жаль, не в свина выпало. Чих два, но они помрут, нет? Не померли, жаль. Пум-пум, пум-пум, пум-пум. Все четыре. Ну, должны, должны. Сейчас хотя бы одна ульта от Ахерона и 5000, я думаю, наберется. Да, у Кафки бонус-атака была. Ну, мы же, в принципе, не на бонус-атаках заточены сейчас были. Поэтому даже и не знаю, как будто не настолько-то нужно было. Мы же на урон как бы играем, а Члебедь побольше урона вносит как раз-таки. 58 не хватило. Может, еще второй раз ультанет, в теории. О, особенно если ее будут бить. 5. Ну, кстати, еле-еле вторая половина, похоже, все равно пошло. Шесть. Не, не хватает, походу. Ну, если только, опять же, не ударит еще пару раз по фусе. Ой, да ладно, через старте, что ли? Один ход. Идем рестартить. Все-таки защиту не. Не-не-не. Подскажешь-то, что там по Хейдесу 2 и когда? Ну, инфа все та же. Может быть, выйдет сегодня. Надо было Ешку и Уль. Так Ешка же плюс... А Херон же получает 2 стака, когда едет. Я думал, один. Ну, значит, я плохо знаю Херон. Мог бы добить. Что ж, увы. Сигной 2 стака. А, ну вот, пожалуйста. Ешка пела бы все равно один стак дала, какая разница. Бейте по фусе, это очень важно. Пела-то базовой тычкой тоже дает на этот стак за счет дебафа на этом. Блин, вообще ее не бьют. Вообще не хотят.
Давай так. Свин. Еще раз я в них, по-моему, ультанул за Херон, не уверен. Возможно, эту ульту сейчас была ошибкой. Давайте, потому что сейчас энергию заберут. Ну ладно, ты... Нет, они не заберут, но они выдадут ее никому. Кайф. Пум-пум, 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 пум-пум. Еще когда-нибудь походят, не? Мне так не хочется улететь. Ну ладно, не, надо, потому что тут свин тоже вылез. Урон от волны прям как-то очень плохо прошел, как будто бы, да? По-моему, больше оставалось на предыдущий ход. Блин, Ешку не нажал, да может и хер с ней. Ну как-то я, да, на нуля циклах и... Есть предположение, что скавка реально лучше была. Тебе бонус-атака здесь особо ничего и не решает. Не получится, предлагаю на первой волне убить маленького робота, чтобы не вылезла элитка, и дать ульта Херон в две элитки. Чтобы вылезла элитка и дать ульт в две элитки. Звучит неплохо. Как это сделать? Предложение. Типа, с ультом чуть-чуть подождать. Пробить тебя. Пробить тебя. Допустим, да? Не, как видишь, я только потратил один стак дополнительной новой ульты, следующий как будто бы. Как будто бы Фусси-то не нужна, да? Хотя они бьют, но... Опять, блин, без танков. Но она же еще этот... Фусси не просто здесь стоит. Она еще и когда ее бьют, дает стаки, а Херон... И это хорошо. Херон, да, Херон. Хотел сказать Члебедя, сказал Херон и так далее. Ну, в принципе, поняли. Не туда ты ударил, тварь. Ну ладно, здесь, видимо, пробиваем. Ну, похожий ход получился. Опять сейчас за Члебедя открываемся в следующий этот. Ну, сейчас, кстати, эти еще ударят. Хорошо, нет? По-моему, в прошлый раз примерно так же было. Не помню, надо... А, ну, вроде надо было ультить. Опять же, сейчас от этих еще зависеть будет. Ну, куда ты? Ну, вот сюда хорошо. Ай, роботы, роботы. А, они все равно сейчас под заморозкой будут, и не смог ничего сделать, да? Дать энергию, ничего. Новый свин.
Пум-пум, пум-пум. Ну, рыбовые еще горение получают от Фусин. Тоже же нормально, да? Ну вот как тебя, блин, добить, тупой робот? Не тратя этот ульт. Ну, аркана, окей. Ну, ходов у меня, конечно. Вообще, в целом... Опять же, если они Фусю побьют, и Херон ультанет хотя бы еще один раз... Блин, они не побьют, потому что я его в заморозку отправил, да? А, это нижний. А нижний... Так, ничего страшного, да? 57. Да, один последний ульта Херон нужен. Для этого нужны удары в Фусю. Это не Фусю. Угу. Это уже никуда удар. Угу. Так, мыло мысел. Первую половину Клара затащила, а второй пока проблемы небольшие. 2000 вот эти вот один небольшой ход не хватает. Бум-бум, бум-бум, бум-бум. Кавку вместо пела она бонуской вешает. Пела вот еще замораживает врагов, что тоже нехорошо. Да я просто не хочу уже менять, типа, вот и... здесь чуть-чуть на рандомить и пройдем. Мне лень заново все перепроходить. Да, вымесил полностью на бонуске, так что там топазы, клары, все вообще кайфово играют. И тащат. Давай-ка так. Очень не хочется, чтобы эти роботы лутали свою неуязвимость дурацкую. Ну, их бы пробить, типа, но в то же время... Не уверен. Все, и пришло мое время. Ну, кстати. Ну, кстати. Блин, не вешает горение, не хочет. Не хочет. Не хватает ей. Ну. Здесь ром, конечно, это Херон идет. Члебить недостаточно без, там, без той же кавки дамажит. Может, вместо пела реально кавку? Так она еще и дамажить под Херон будет. Ну да, да, да. Если это поменять, это будет сильнее. Как и сказали. Я просто так не хочу перепроходить. Ладно, давайте последний трай. Если не получается, поставим сюда кавочку. Будет все хорошо. Я думаю, что... Так, кто из вас бьет? Ты и ты, да? Немножко по-другому в этот раз вышло. Может быть, это даже хорошо. Теперь ты тоже можешь энергию восстановить. Кайф. И тоже пели. Вообще балдеж. Рыбов бей. Горение получил. Так, ну... Не хочется, конечно, этих добивать. У них хп много, но ульту надо себя жать. Еще восстановится. Там сейчас как раз рыбовы будут. Ну.
Ой, тупая рыба. Ой, вот этого я, конечно, не ожидал, что она сдохнет и заберет энергию от этого чела. Блин, сейчас так хорошо все шло. Но вот этот вот момент, видимо... Надо было Ешку сжать энергии полно. Слушай, ну целый ход. До этого прям чуть-чуть поменьше было, вроде бы. И этот вот успевает походить вниз. А, нет, она заморозка, его все равно отбросит походу немножко. Судя по всему... Восстанови ульт, что ли. Ну, еще одна тычка нужна. Но лучше, конечно, по Фусе. Должно. Сейчас ульта Ахерон и есть. После ульта Ахерон, скорее всего, даже сработает клетка, и это 60к. Ну, я же говорю, пройдет. А, 33% всего пока что, блин. Еще пока что не 60к. Блин, хочется на самом деле, чтобы этот ударил. Но лучше по сниженной защите ударить, да? Блин, а может ты сможешь убить, например, одного... Одну птичку сама? Не смогла, жаль. Ладно. А очень хотелось бы. Есть, 60-ка. Найс. И, как я и говорил, клетка тоже сработала, хоть и пососно. Джи, пошли. Найс. Ну, кавка была бы лучше пела, потому что прокола бы еще урон от челебедя тоже сверху. И так, сама по себе челебедь, конечно, хороша, но недостаточно много урона вносит своими арканами. Без дополнительных активаторов. Типа ульты кавчики. Кайф. И вымесил норм. Ну, как всегда, Герт химика владельцы. У всех есть Герта. И им будет ок. Клара в первую половину тоже получилось ок. Топаз, рацио бесплатный, который есть у всех. Рацио во вторую можно пробовать. Да, и вот это вот все. Норм. За перья, да, надо перья потратить. Дни истории. Оценка была Ахерон 32 минут назад. Мне кажется, я это не видел, потому что проходил зеркало. Nope.